Здравствуйте, друзья. Посмотрите на этого дешевого клоуна. В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием объединенной группировки российских войск реализована операция «Возмездие». В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. Ну, давайте посмотрим на эти уничтоженные общежития. Что-то стекла до сих пор даже стоят в этом общежитии. Даже стекла не повылетали в результате массированного ракетного удара. Плакат бумажный на стене даже не отклеился. Может быть, как-то по массированию можно было все это провести, нет? В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины уничтожено более 600 украинских военнослужащих. Журналисты из Евроньюз поехали к этому самому общежитию, поспрашивали местных жителей. Те говорят, тут никаких военных даже в помине не было. Я 9 месяцев проживаю тут, и здесь военных не было никогда. Ай-яй-яй, насвистел. Так по-путински, так знакомо. Но ты, главное, не переживай, Коношенков. Операция «Возмездие», она все-таки состоится. Ты в этой операции обязательно примешь участие.